Вестерн-стиль, 60-е и 70-е, пестрота и блеск цирковых представлений, шик веселых вечеринок. В коллекции Стив Мэдден переосмысливает самые актуальные современные тенденции. Обувь нового сезона от Стив Мэдден воплощает дух большого города, мира неограниченных возможностей, быстрого темпа жизни и броских запоминающихся личностей. Мегаполис не терпит банальности. Меняйтесь каждый день. Стив Мэдден расширил модную географию. Новый магазин открылся в нашем городе в торговом центре «Пассаж». В магазине представлены яркие динамичные модели обуви и сумок известного американского дизайнера Стива Мэддена, уже полюбившегося и украинским модникам. Это на самом деле очень необычный, может даже где-то немного эпатажный дизайнер. У него есть такой замечательный девиз. Он говорит о том, что тротуарные дорожки – это его подиумы. То есть он исключительно ориентирован на публику, на обычную публику, модную, которая любит все новое, любит новые веяния, тренды. Но те, которые ходят по улицам обычных городов. Дизайн магазина в центре «Пассаж» выполнен в аутентичном стиле, напоминающем стилистику Нью-Йорка начала 20-го столетия. Сочетание старины, нью-йоркского индустриализма и даже в чем-то брутальности мегаполиса только усиливают яркость и необыкновенную женственность коллекции «Стив Мэдден», подчеркивают их неповторимый стиль. Каждая модель, которую девушки увидят у нас на прилавках, изначально появилась в магазинах Нью-Йорка, получила определенный отклик от модных девушек Нью-Йорка, и только после этого она попадает в производство для того, чтобы попасть в интернациональные магазины. Стив Мэдден традиционно опережает моду, предлагая невероятное разнообразие самых горячих хитов, доступных всем модникам в каждой коллекции. Ботинки из потертой кожи и блестящие жакетские сапоги отсылают к ковбойскому стилю. Его в этом сезоне выбирают свободолюбивые девушки. Туфли и ботильоны с полукруглыми носами на головокружительных каблуках или мощной платформе напоминают о бесшабашных 70-х. Поп-арт 60-х воплощает сочетание кожи разных цветов. Декор из кристаллов придает моделям броской нарядности, а звериные принты придают уверенности в своем магнетизме. Это фэшн, который сочетает в себе вечернюю обувь и повседневную. Это и обувь кантри. Все такие звезды, как Леди Гага, как Кэти Перри, Риана, которые, известны, наверное, абсолютно всем. Под Стив Мэдден носят многие звезды, такие как Риана, Мадонна, Дженнифер Хадсон, Памела Андерсон и многие другие. Как хвастается сам создатель бренда, по креативности мышления и по объемам производства его марка превосходит Прада и Хлоя, однако стоит в разы дешевле. Вы мне рассказывали интересную историю, что Стив Мэдден купил в Америке всего лишь за $1000 эту фабрику. Вот это американская мечта. Да, наверное, это действительно вот этот вот образец американской мечты, когда с небольшой суммой денег, но при огромном желании можно достичь абсолютно всего. И мы очень рады, что этот бренд уже год находится на территории Украины, представлен в наших магазинах, и рады, что мы наконец появились в Днепропетровске.